Наш телеканал АТВ, я Михалыч, представляем прогноз погоды на 10 июля. Всем по-летнему здравствуйте! По республике в ближайшие сутки ночью по юго-западу днем местами ожидаются кратковременные дожди, грозы, ливни. В утренние часы по Прибайкалью и северу местами туман. Ветер восточный с переходом на западный 5-10 при грозах порывистых до 18 метров в секунду. Температура воздуха по северным районам ночью минимальная плюс 3, днем до 30 тепла. По центральным районам ночью плюс 10-15, днем 31 тепла. По южным районам ночью плюс 13, днем 31 тепла. По юго-западу при дожде до плюс 25. В нашей родимой столице без осадков. Завтра вечером в окрестностях города возможна гроза с кратковременным дождем. Ветер восточный с переходом на западный 5-10 метров в секунду. При грозе порывистый. Температура ночью плюс 14, максимальная днем до 32 тепла. Наконец пришло лето. Атмосферное давление будет падать. Деревянный мост через Уду был построен вместо парома в 1906 году и был взорван из-за затора бревен в 1937 году. Восстановлен опять в деревянном виде в 1944 году. Через Селенгу действовал паром до 1936 года, когда был построен автодорожный мост. Это был прогноз погоды. На первом альтернативном с вами был Михалыч. Всем самых добрых летних пожеланий.